Меня задают вопрос иногда, вот, что можно посоветовать, там, вот, хотят купить жене там нож, там, для женщины, как бы, ну, я не знаю, конечно, совсем, как бы, ли это уместно, но сейчас Ады, может, проконсультируют. Ады, вот, что можно, там, допустим, спрашивают для дочки, там, для жены, там, Для женский вариант, да, такой какой-то. новоначинающих наших поварих, для тех, кто только начинает, для молодых девочек и для женщин у нас есть вот такие вот варианты. Рукоятка здесь натуральный рог сайгака, оленя, и очень даже приятно на руках держится. И приятно пользоваться. Они с нежностью. Уход есть такой, что специально для девушек, для женщин. Нежные такие ножи. Хорошие варианты. Можно и на подарок. Можно для себя, женщина, купить. Ну, хороший помощник на кухне. Это мини-пчаки, да, у нас вот с правой стороны? Мини-пчаки. Справа у Но нас новая стоят модель, да, пчак? новая модель мини-пчаки. В основном такие модели у нас спрашивают те, кто увлекается рыбалкой. И для женщин тоже очень удобные ножи. Есть на всегда у нас есть там магазин, если что, мы пришлем фотографию отдельно, там, в общем, звоните, что-то подберем. Скоро Новый год, на всякий случай напоминаем, кто еще не знает. Всегда рады, обращайтесь, подскажем, посоветуем. Удачи, всем пока.